принятые. Но нету. Нет. Ну, должен быть. Номер, который записан там на листке, я послал. Значит так, мы в вашей библиотеке были, уже подарили свои все книги. Тут? Да. Значит, план наш такой. Если у вас кто-то будут люди, ну уже будет встреча, кто там желал, говорил. Нет. Ничего нету? Нет. Как же так? Она сказала, что отправлено, получено. Доставлено. 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 Угу. А вы откуда едете? С Николаева. А, с Николаева. Вчера были у Тамары, там ночевали. Там встретиться с Павлом не встретились, его нету, куда-то вызвали. Я ему ничего не оставил, только сестрам немного, 5 книг оставил и все. Почему? Я его не знаю. Священники, они лютуют, когда им говоришь правду. И поэтому, если бы знал я, что он искренний такой, я бы ему подарил. Если можешь с ним переговорить, если. А он как-то так ответил, если хочет, то оставит. Мое хотение здесь стопроцентное, но твоя реакция какая, я не знаю. Потому что я говорю не в угождении людям, а как повелел Бог сказать. А это означает, кого из пророков не гнали отцы ваши. Вы будете в числе гонителей. Да, но я вас не видел. Потому что день вечности настанет. День вечности настанет, он не спросит наши, дружили мы тут. 22 года. 22 года? Да. А крестились вы в Потеряевке, да? Фотографию отдай ему вот так вот. Отец Иаким. Здесь бумага лежит у нас. Все как надо. В Николаеве были, очень хорошо приняли. В Одессе хорошо. В Киеве в 3 библиотеках оставили. В Беларуси мы проехали, допустили ошибку. Значит, Польшу прошли, Германию, Австрию, Венгрию, Румынию. И мы не знали, что наши братья сербы не в шенгенской зоне. И мы к ним заехали. Нам поставили печать и выкинули шенгенской зоны. И мы остались ничем. Но поняли мы это от Бога. Это наша оплошность, незнание. Почему выкинули, Игнат Тихонович? Это мы сами выкинули. Сами по глупости. Мы сами выкинули. Кто нас? Нас никто не выкидывал. Как печать-то поставили? Ну что, ну поставили печать, и все. Мы едем, они поставили. Они даже не сказали, что мы уже не в шенгенской зоне. А когда узнали, повороту нет. Развернули, у нас работа главная здесь. Но мне жалко, что Скандинавии не захватили с Прибалтикой. Это гнездо 7 государств. И там более у меня духовное рождение там было. Мне очень хотелось. Но сейчас, если это делать, если бы они сейчас вот настояли, давай обязательно, то в Москве могли бы открыть там недели через 2. Поработать вокруг Москвы. Потому что мы груз, главное, забросили в шахты Ростовской области. Там наш груз, там книги сейчас набираем и опять уходим на юг. Самые, которые грабительские на этих, на таможне, это украинцы. Нигде таких нету. Это прямо вымогательствует, прям выкручивает, но нас Бог ведет. Прямо с угрозами там поставить, в грузовые нас заталкивают, там деньги в 10 раз больше. Нигде такого нету. Особенно ли пугали Польши. Польши прошли как по маслу. Австрия, представь, Венгрия, Румыния, настоящие государства такие, Болгария, и нигде этого не было. Прямо страшно заходить, а она нам нужна. Мы еще раза два даже с полным грузом зайти на юг, где Симферополь, Керчь. За помощь. Отцу Анатолию звонил. Давай. Если он приедет, нужда будет, так мы задержимся зря не будем. Мы мотанем сейчас на... Он должен приехать сюда? Или я не знаю, но никуда. То есть мы едем на Первомайск. Где-то здесь... Анатолий? Это Саша Доманёка. Ты где находишься? Игнатин ж приехал, мы сейчас за тебя заедем. Игнатин ж приехал. Из Сибири, из Барнаула. Да, у меня. Сейчас мы до вас едем. Если может, народ соберет пусть. Ты можешь забрать там, ну кто желающий, друзья там, знакомые? Ну так за день. Собирай, мы приедем. Жди. Чуешь, и Анатолию, Михаилу Антонину можешь передать? Ну, мы туда заедем, хорошо. Все, жди туда нас. Так. Михаил Антонина, они лежачие, надо до них заехать. Заехать. Так, здесь у вас никого больше не будет, не будем задерживаться. Если хотите угостить что-то в тарелочке, дайте помаленьку, мы и быстро в машину. Мы очень спешим. Все.
Я тогда с вами поеду. Ага. Я с вами поеду. Все, давай, готовь. Зови нас.